Сегодня уникальное событие для Республики Карелия, уникальное событие для экспортеров региона, потому что вы уже на пути к большому успеху, потому что и сегодня, несмотря на такую снежную южную погоду, все-таки утром встали, собрались и пришли сюда, к нам на конференцию. Мы потратили 2 года с постоянными инвестициями. А самая большая инвестиция – это в специалиста. Мы год человека не могли найти, мы его специально с Ухани перевезли. Вот обратите внимание, что в России практически нету специально выделенной позиции на экспорт. А вот в зарубежных компаниях это реально отдельный человек, потому что экспорт – это совсем другое, чем импорт. Проведение таких мероприятий является очень важным и значимым событием, в первую очередь для малого и среднего предпринимательства. Сегодня были представлены много именно практических инструментов в презентациях. Я надеюсь, что мы получим потом все материалы, но именно практические инструменты мы получили, которые до этого, с которыми я не была знакома. Локальные поисковые системы. Только экспериментальным путем вы сможете отобрать, вот какой наиболее эффективный КПД. Да? Понятно, что не все инструменты, мы сегодня о многих поговорим, но для себя вы выберете только экспериментальным путем. Очень хороший, полезный диалог состоялся. Здесь собрались сегодня экспортеры и те, кто только думает о выходе на экспортные поставки. Хорошие спикеры приняли участие в сегодняшнем мероприятии, и мероприятие еще сегодня продолжается. Малые предприятия сегодня пришли с небольшим сегодня товарооборотом и экспортными поставками, но и наши традиционные экспортные предприятия также проявили интерес к этой сегодняшней конференции. Это говорит о хорошей ее подготовке и полезности для нашего бизнеса. Мне очень отрадно было видеть, что те доклады, с которыми сегодня выступали спикеры, они нашли поддержку в виде вопросов со стороны бизнес-сообщества, поэтому мы очень надеемся, что я и с своими коллегами сделали все, что от нас зависит, для того, чтобы экспортеры еще больше уделяли внимание экспорту, наращивали его, а мы им будем в этом помогать.